Пилотную акцию проводят волонтеры Победы с участием Почты России. Суть ее заключается в том, что участники народного шествия смогут бесплатно получить по почте фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Но для того, чтобы получить фотографию, необходимо поторопиться. Сроки проведения акции подходят к концу. Чтобы получить фотографию по почте, достаточно зайти на сайт волонтеры-победы.рф и перейти к заполнению формы. В форме нужно указать фамилию, имя, отчество заявителя, название субъекта и контактные данные, а также загрузить фотографию, указать его полное фамилию, имя и выбрать способ доставки. Почта России бесплатно осуществит печать и доставку заявительных снимков формата А4, обрамленных георгиевской лентой. Заявки принимаются до 20 апреля. Полученную по почте фотографию останется закрепить наш тендер. Их, к слову сказать, уже не первый год за символическую цену изготавливают студенты Нефтекамского многопрофильного колледжа. Таким образом мы вносим свой вклад в движение «Бессмертный полк». Прошлый год эта традиция началась. Мы порядка 500 с лишним штук изготовили. Нынче тоже уже начали прием заявок. И вот прям с сегодняшнего дня есть определенная группа, начали изготавливать штендеры. Ну, считаем, что это нам почетная обязанность. Так же, как и в прошлом году, если кто-то по состоянию здоровья не может принять участие в народном шествии, на помощь придут школьники Нефтекамска. При необходимости они могут встать в строй с фотографией вашего родственника-героя. Не у всех жителей имеется возможность принести данный штендер. Это могут сделать наши ученики, встать в строй бессмертного полка. Данные штендеры можно принести в управление образования, кабинет 318. Штендеры, которые участвовали в прошлом шествии бессмертного полка, они хранились в школьных музеях, и вновь они станут в строй 9 мая. С каждым годом в параде в честь Дня Победы принимают участие все меньше и меньше ветеранов. И акция «Бессмертный полк» помогает всегда оставаться в строю тем, кто воевал за наше будущее. И этот строй не редеет, а только растет. Марина Медвинская, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».